Водитель из Ленинградской области таранил автобусную остановку в Сестрорецке. Вчера вечером горожане разместили в социальных сетях фотографии ДТП, произошедшего напротив дома 10 по улице Воскова. Серый Dodge Caravan совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии люди не пострадали. Есть возможность увидеть, как все произошло. Минивеном управлял 26-летний житель поселка Рощино. У молодого человека 3 года водительского стажа. В объяснении сотрудникам ДПС водитель указал на отказ тормозной системы. Чтобы избежать столкновения с находившимся впереди автомобилем, водитель «Доджа» и решил совершить данный маневр. Хорошо, что на скамейке автобусной остановки не сидели люди. Успеть отбежать точно бы не получилось. В результате ДТП водитель не пострадал. По факту аварии в отделе ГИБДД района возбуждено административное расследование. Владельцу автомобиля, скорее всего, придется возместить ущерб за испорченный остановочный павильон.